Смерть десятиклассника в городе Шалкара Тюбинской области расследуют как убийство. В центральную районную больницу с колюще-режущими ранами в области сердца поступил 15-летний юноша. Несмотря на все старания медиков, спасти подростка не удалось, он умер от потери крови. По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний житель, который признался в содеянном. По словам очевидцев, потасовка между молодыми людьми случилась около катка на местном озере. Что стало причиной конфликта с летальным исходом, выясняют следователи. По указанному факту начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство подозреваемого дворян ИВС». Сотрудниками полиции проводится целенаправленная работа по изъятию у граждан колюще-режущих предметов холодного оружия, которое используется в хулиганских целях, в том числе и несовершеннолетними.